Добрый вечер, мои любимые. Добрый, прекрасный, дивноморский вечер. Времени не знаю сколько, наверное, часов 12. Может, половина 12. Может, 11. Ума не приложу. Лежу, короче, и думаю. Вам стих 22-34. Значит, 2-3. 4. Можно желание загадывать. Лежу, короче, сняла вам видео. Свой стих прочитала про осень. Не знаю, читала я вам его раньше или нет, не помню. И думаю, как мне хочется вафель. Я увидела там, в этой кофейне, напротив. Помните, где мы с вами кофе покупали, Юльке и мне? И думаю, схожу, куплю. А потом что-то так лень наступила. Думаю, а как же контент? Как же это самое? Так что пойдемте. Сейчас только встану. Говорю, какая сила меня поднимает. Кто бы знал. Взяла 300 рублей. Не знаю, сколько хватит. Так, хоть немножко заправлюсь. Или оправлюсь. Или поправлюсь. Если я сейчас вафли буду покупать в 11 ночи, то, возможно, и поправлюсь. Может, нет. Как там, Таня или Лена, или кто там мне писал, что нельзя фрукты утром. А вафли ночью можно? Может, ответит. Ладно, идемте. Намазала, короче, коленки ортофен. Выпила таблетки. Ортофен тоже. Ой, там сколько людей. Как я буду снимать? Я стесняюсь. Давайте тогда не буду снимать. Куплю вафли, если то вам покажу. Если нет, то не покажу. Люди все в куртках. Привет, Танюшечка. Привет, солнышко. Не холодно? Не холодно? Смеется. Ладно. Сейчас на паузу поставлю. Заплатила я наличными. Сбербанк не понадобился. Жду вафли. Сейчас уже девушка сделает. Красота. Реально прохладно. Может, сейчас, конечно, станет тепло резко, не знаю. Но пока мерзну. Ириша там. Сейчас пойду к ней про кроссовки спрошу. Это Ирочка. Прекрасная женщина. Привет, Ириш. Хотела про кроссовки у тебя спросить. Да. Да, есть? Юлька хочет купить себе. Какие? Такие хорошие. Ну, я уже только начала завозить. Сегодня завезла. Да? Понедельник будет большой завоз. Я и говорила, что ты каждый день завозишь. Да. Ну, уже, да. Буду завозить. Значит, тут, да? Да, да. Класс. Завтра с ней зайдем, посмотрим. Спасибо. Все, отрекламировала тебя. Да. Класс. Юлька там еще вкусно готовит. Ой, Юлька вообще у меня повар. Я сказала, от если Бога. Ты еще будешь готовить, ты должна от меня Бога. Пригласить. Приходи, я приглашаю лично. Ну как, Витя готовит, мне позовите. Сразу свистну, ты на телефончик да. Мне дай. Да я здесь всегда, да? В кабинете. Ну побегаю поищу, если что. Да. Я с коньяком к вам. Заходи. И с коньяком, и с водкой, и с чем коньяком. Хочешь. Пьющие, ну, да, очень красиво. Мы не пьющие, но можешь с коньяком приходить. Кому-нибудь подарим. Может, тебя угостим. Все, по-моему, уже готовы мои вафли. Да? Будешь кусочек? Нет, спасибо, я сладкое не люблю. Да, а я очень люблю. Поэтому такая толстая. Любишь сладкое? Да? Очень. Соленая тоже. Это прямой эфир? Да. Ну что там, девочка уже доделывает, наверное. Что-то там машет на мои вафли. Сейчас посмотрим, видите? Что она там машет? Бог ее знает. А, остужает, наверное. А что это вы, остужаете? Да. А зачем? Чтобы сливки не растают. Это они сейчас холодные прям станут? Нет, хочу горячие. Как обещали.
вафли. Сделали. Запах обалденный, прям на весь этот самый Дивноморск. Ну, на пол точно. Смотрите, сейчас мне украшают их. Сейчас нажрусь и помру молодой. Красота. Страшная сила. Мое солнышко, как оно старается. И орешки. Потом в следующем видео расскажу вам, как мне понравились или нет. Мукбанг точно не буду устраивать. Всем волшебного вечера, мои любимые. Пока-пока.